театр кукол, и кто бы мог подумать, что я свяжу свою жизнь именно вот с куклами, с театром. На самом деле у меня не было ни цели, чтобы вот работать в театре, не было какой-то задачи, чтобы я была актрисой. Так сложилось, я думала, что свяжу свою жизнь с медициной. Ну, там не поступило, ну, обстоятельства. И прозвучал вопрос, ну, если не медицина, то что, куда? Я в слезах, как сейчас помню. Я хочу быть актрисой. Я хочу работать в театре. И вот, будучи уже студенткой первого курса Самарской государственной академии культуры и искусств, я сидела в аудитории в 38-й и думала, что я здесь делаю. Я даже не могу вспомнить тот момент, тот переломный именно момент, когда я заразилась этой профессией. Это... И вот по окончании академии у меня даже не возникло вопроса, куда пойти работать. Это однозначно театр кукол. Придя в театр, было такое ощущение неловкости. Было чувство, что а вдруг я не умею так, как могут они. Это же профессионалы, как и кто я. Я помню даже свой первый спектакль. Это «Муха-цокотуха». Я думаю, так, интересно, какая роль, что будет. И мне говорят, Настя, ты будешь божьей коровкой. Я так, да, там есть божья коровка? А, ну да, хорошо. И они так подшучивали надо мной, что Настя, это такая сложная роль, мы даже не знаем, как ты справишься. И я помню, я беру эту куклу, и когда начинается действие, я так, да, ну вроде бы как бы все хорошо. Такая магия, когда ты видишь эти детские глаза, наивные, да, которые верят в то, что происходит на сцене. Это дорогого стоит, конечно.